Olha, este é também quem está. Зира, здравствуйте, вы меня видите? Да, я вас вижу, слышу. А, классно. Запускаю еще свое видео. Вот. Ой, меня видно? Да, видно. Здравствуйте. Привет. Сейчас у нас девочки подключаются. Буквально 2-3 минутки, да, и мы можем начинать. Окей. У вас до этого, да, тоже был спикер, я так понимаю, да, у девочек? Да, да, мы только что вышли с одного вебинара. У девочки мастер-класс по программированию, они там, как программировать на основные языки программирования, да, HTML, HTML, CSS, вот, и... А кто обучал? Мири Майдеева. Ой, это же моя коллега хорошая. Да. Она классно. Сегодня, да, рассказала, но мы не завершили, то есть и решили в другое время продлить. Вот. Да, она как раз заментрит этих подростков в этом, в академии. Поэтому, да. Да. Ага. Хорошо. Значит, у вас сегодня такой, да, день будет про программирование, потом у меня, да, сессия. А потом еще кто-то будет после меня? А, нет, у нас по 2 спикера всего лишь в день. Вот. Ну да, это многовато, мне кажется, же, да? Да. Для девочек. Поэтому час максимум, час 15 минут, да, мы выделяем спикеру, чтобы девочкам было легче усваивать и чтобы не загружать сильно информации. Но да. У нас уже лагерь идет 2-ю неделю. Он начался в прошлый понедельник. И сегодня, завтра уже последние дни, получается, практически. Завершаете, да, получается? Да, да. Завтра еще 2 спикера будут, и на этом мы завершаем наш лагерь. Угу. Классно. Вот, сейчас девочки подключаются. Ну, у них уже появился интерес к программированию, к разным... техническим профессиям, потому что для многих это как бы в новинку, то есть многие даже не слышали, не знали, и сейчас, например, на мастер-классе многие сказали, что это, кажется, не так тяжело, как они представляли, да, что... Да, на самом деле. А вы звали кого-то из Tech Innovation Challenge? Нет, к сожалению. Tech Girls. Никого не звали, да? А Tech Girls я звала, у нас была девочка... Скоркола, она в 2019-м, да, Джасмина участвовала в The Girls, рассказала вообще, как она подавала, что она делала в Америке, да, какие они получила, вот. О, вопрос поступил, да, уже? Как вы попали на Tech Women? Окей. Я про команду девочек, тоже школьницы, старшие классы.
Нет, даже не старший класс, а не седьмой класс. И они вот тоже участницы программы Technovation, они разрабатывают мобильное приложение. Будучи школьницами, будучи в Караколе, никуда не выезжая, они вот решают свои проблемы социальные через разработку мобильных приложений. Это конкурс глобальный, я вот подумала, может, девочкам тоже интересно будет. То есть там ты никуда не выезжаешь, как Tech Girls, ты только поезжаешь, если ты конкурс выигрываешь. Mm-hmm. Там есть шанс выступать, ну, прям вот в Калифорнии, в Сан-Франциско, вот, со своей идеей. Вот. Есть такой шанс. Вот, и... Можете про это подробнее рассказать, потому что я сама не слышала об этом, да, то есть... Ага. Ну, вот так мы же как ТКИ, как бы часть mm-hmm. сообщества, мы объединяем всех, поэтому мы как-то более-менее в курсе всех около тег-женщин событий, которые есть в стране. Поэтому я хотела, чтобы... Тем более, то есть касается подростков девочек, это там прям напрямую, да, касается девочек, получается. А кто организовывает тег-новость? Здесь Чикибаева Елена. Удивительно. Она амбассадор здесь региональный. Также есть Нуркамилова Алтынай. Она тоже амбассадор региональный. Она начинала в свое время. Потом сейчас вот в текущее время Лена, получается, вместе, получается. Вот, и вот два амбассадора. Получается, эта программа есть в Узбекистане, в Казахстане, mm-hmm. у нас есть по всему миру, там, короче, миллионы девочек, которые объединены программой. И они все, будучи у себя в странах, они делают такие мобильные приложения. Mm-hmm. Поэтому это такой мировой конкурс, и там есть очень крутые менторы. Вот, и есть местные менторы, как мы, которые вот команда, да? Навигируют на местах. А, я видела Technovation. Они же разъезжали по этому, да? По у них был караван, STEM-караван. Они делали обучение, они обучали, как девочкам, прям вот они сходу обучают, как мобильное приложение сделать самим. Это очень несложно, я сама пробовала. Это прям вообще классно. То есть девочки могут просто там за час научиться делать мобильное приложение, ну, такие основы, да? Это как конструктор, как лего собираешь. И это вот удобно, просто, доступно, и об этом многие просто не знают, и из-за этого как бы... Да, я когда разговаривала с Еленой, она рассказывала, что они в итоге, они после лагеря делают какой-то продукт, да, но цель нашего лагеря немножко в другом, мы просто даем как бы направление и рассказываем, что, какие есть профессии, какие возможности есть, да. Конечно, в будущем мы хотим, чтобы тоже какие-то вот такие продукты девочки делали, но для этого, мне кажется, немножко нужно подготовить девочек, да, то есть технические возможности, да, есть ли у них или нет, да, на вот эти моменты посмотреть, вот. А так, да, очень классная идея, вообще мобильное приложение сделать или какое-то, да, вот что-то со своими руками, чтобы девочки увидели результаты, то они могут... Да, мне кажется, практически все девочки подключились, те, кто опаздывает, они потом могут пересмотреть нашу запись, да? Можем, в принципе, тогда начинать сегодня нашу сессию. Хорошо, давайте. У меня есть презентация, точнее, две презентации. Я расскажу коротко о себе, наверное, и потом расскажу про такую тему, как дизайн карьеры и жизни. Там вот очень все просто, понятно, без напряга, поэтому мы старайтесь на такой комфортный это обмен, да? Так, тогда я сейчас сделаю шеер экран, если вы не против. Шеер скрин, да? Вот. Где моя презентация? Так, видно, да, мой экран... Угу, да, видно. А, вот. Угу. Так. Всем привет, кто присоединился. Меня зовут Назира Ширалы. Вот, если коротко говорить, кто я, то я управляю проектами уже много лет. Опыт работы примерно лет 8 уже разными проектами. Социальными, коммерческими, молодежными,
немолодежными, вот, разными проектами управляю. Сейчас работаю в компании Palladium. Это международная консалтинговая компания, которая имеет филиалы в Великобритании, в Австралии, в Америке. И вот мы здесь, в Бишкеке, как бы офис, да, представляем. У нас небольшая команда здесь. Я вот являюсь членом этой команды. Вот. Также вот я являюсь основателем фонда, ТКИМ называется, который объединяет женщин в науке, в технологиях в Кыргызстане. Вот. Назгуль является участницей, да, этого, одного из наших проектов. Я очень рада, что попала в этот проект. Да, клево. Вообще мы как ТКИМ объединяем очень много разных программ. Туда входит и Хан Академия, Tech Innovation, Tech Girls, Tech Women. Это вот все около девочек и около науки, да, технологий. Вот. Я по образованию экономист, закончила Кыргызско-Российский Славянский университет по направлению математик-экономист. Вот. Закончила бакалавриат и магистратуру там же. Вот. Я являюсь наставником, у меня есть сертификатик даже, вот, что я наставник. У меня также есть свой блог, вы можете найти меня в интернете. У меня есть блог на Медиуме, я пишу там про свои разные мысли, про свои поездки, про свои проекты. Вот. Это обо мне коротко. Моя карьера начиналась вообще со сферы некоммерческих организаций. Я работала в одном фонде, где мы занимались как раз молодежным предпринимательством. Мы создавали в школах такие клубы бизнеса и наставничество, так сказать. И мы там обучали их такому, да, начальным уровням финансовой грамотности и предпринимательства. Далее я работала также в другом фонде. Тоже мы обучали стажировкам, бизнес-планированию, бизнесу уже более серьезный уровень. Далее я была директором в компании, в частной. Мы занимались агробизнесом. Мы создавали, мы обучали фермеров в регионах тепличному делу. Вот это вот одна из моих больших мечт была, чтобы помочь нашим фермерам зарабатывать деньги не только летом, весной, но и зимой, да. Вот. Потом я ушла в сферу медиа. Я работала в проектах по медиаграмотности, цифровой грамотности. Там мы создавали учебники, внедряли вот в школьную систему образования, чтобы там были учебники по критическому мышлению, что очень тоже большая проблема в нашей стране. Вот. Потом я ушла вот в компанию Palladium. У меня вот такой вот разнообразный опыт. Я входила в разные сферы, потому что я бы хотела, чтобы у меня было максимально полное представление о том, что происходит вот в этой стране. Вот, и понимание, где там моя роль, да. По образованию, как сказала, я закончила вот Славянский университет, КРСУ, но больше всего времени я как бы тратила на свое самообучение. То есть я ездила на разные программы, подавала на все, что только можно подавать. Была в Германии, в Великобритании, в Америке, в самом сердце была Силиконовой долины. Проходила там стажировку по программе Tech Women. Здесь ключевые, да, программы, но я, кроме этого, еще на другие программы ездила. В Украину, в Белоруссию, Армения, Грузия, ну, вот разные такие страны ближайшие, где я могла, пыталась как бы понимать, как бы свое мировоззрение расширять. Вот. Кроме этого, я вела свои проекты параллельно. Когда мы работали вот в КАФМе, мы делали свою настольную игру «Финансовую грамотность». Мы перевели на кыргызский язык известные настольные игры, назвали их «Байбол» и «Ханбол». Вот в регионах, в школах такие тренинги проводили по ним. Вот. Также мы организовывали разные мероприятия, также связанные с предпринимательством, с бизнесом. Мы делали Tech and Science Fest номер 2, где мы собрали всех таких вот технологических ребят, которые роботы строят, которые делают прототипы разных программ. Они вот, мы сделали такую большую ярмарку. Туда пришло больше, чем 30 тысяч человек. Вот я являюсь одним из организаторов. Мы делали семинары, хакатоны, хакфесты. Вот это вот мои были проекты. Ну, это мои контакты. Вот это вот, если очень коротко про меня. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что мне бы хотелось, чтобы у вас как бы на начальном таком этапе, когда вы только начинаете понимание, какая у вас, ну, будущая профессия, кем вы хотели бы стать, я бы хотела сказать, что я до сих пор не знаю, кем я хочу стать, это нормально, поэтому я, как вы видите, вот так вот путь у меня очень такой
виевитый, да, он не прямой, то есть я не шла стандартным путем, я все время пыталась по ходу дела понимать, что происходит, да, вообще, в таком быстро меняющемся мире. Вот. И для того, чтобы разобраться в себе, понять, чего ты хочешь, что тебе нравится больше всего, есть очень клевые инструменты, о которых я сама узнала тоже по ходу моего самообучения. И вот мне очень нравится эта книга, которой пока что ее нету на русском языке, но я вот сегодня хочу с вами поделиться таким одним простым инструментом. Он очень простой, но очень могущественный, да? Вот он помог мне понять, чего же я на самом деле хочу на тот момент времени, да? Это книга «Дизайн карьеры жизни», то есть это Билл Бернетт и Дэйв Эванс, это как бы авторы этой книги, на английском языке написано. Это курс Стэнфордского университета. Его проходят все студенты Стэнфорда. Это самый популярный курс, считается, среди этих студентов. Это как бы один из таких, так скажем, сильных университетов по миру, да, вот Стэнфорд. Вот. И вот в этом университете проходят ученики вот этот курс. И этот весь курс сжали до одной книги. И вот там я узнала как бы этот инструментарий. То есть он не мой, да, как бы. В нем, в этой книге заложено очень много разных инструментов, методик, но я вот только один покажу, пока, потому что времени мало. А так мы по нему, по этой книге делали целый курс на 3 месяца. Вот. Поэтому Одиссей план называется. Идея в том, что вы... вам сейчас нужно будет приготовить бумагу-ручку, ребят. Вот, бумагу-ручку или документ Word, или что-нибудь такое, где вы можете это набирать, да, там, писать, рисовать, что-нибудь такое. Это как бы практика, то есть это вообще не теория. В Бишкеке эту книгу можно найти, спрашивают? Насколько я знаю, нет. Может быть, появилась, но я как бы вот так прям специально не ходила в раритет. Но я вот регулярно хожу в раритет, но там ее нету пока что. Я ее как взяла? Мне привез мой ко-тренер с Сет Фирой. Он профессор Вауца, и он часто летает в Америку, поэтому он мне привез ее. Подарил ее, поэтому она у меня есть. Но для русскоговорящего мира пока вроде недоступна она. А онлайн есть, да, или нет? Онлайн. Я перевела эту книгу на русский язык. Точнее, я перевела упражнения, которые в книге есть, как бы не сами, а там очень много историй людей, да, которые эти упражнения сделали, как они поменяли их жизнь. А вот ключевые инструменты я на русский язык перевела, и они есть в моем блоге. Вы можете найти спокойно на русском языке, почитать их. Вот. Потому что я знаю, что они на русском языке недоступны, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим инструментом. Там есть другие очень клевые вещи. Вот. Потом поделитесь, да, сайтом. Да, да, конечно. Я еще сейчас преподаю же, я же рассказывала, да, Назгуль? Нет. Я преподаю сейчас в университете для магистрантов, обучаю управлению проектами. То, что я умею делать. Это Кыргызско-германский факультет в КАСе, называется ИНА-ИНА. Вот там обучаются в основном программисты, все программисты-разработчики, и получается для них, вот я преподаю курс проектного мышления. Вот, и там как раз я обучаю, я решила, что им тоже будет полезно пройти этот «Одиссей планы» и «Дизайн карьеры жизни». Я там тоже внедрила, и мне очень понравилось. Поэтому этот, как бы вы не первый, кто это проходит, вот, и все вроде в восторге от него. Классно. Сейчас хочется поскорее узнать, о чем он это, да? Да. В общем, «Одиссей планы» — это что такое? Это визуальное представление ваших будущих 5 лет. Вот представьте просто, что сегодня 2020, да, на дворе июнь, вот, и вот в июне 2025 года кем бы вы хотели бы быть, какие у вас цели, что вы имеете, что вы не имеете, возможно, какие у вас достижения, может быть, да, это такой вот инструмент, помогающий представить разные части своей жизни на 5 лет. Все очень просто. Пример, да, вот тут нарисован, если вам видно, да? Вы берете бумагу, если А4, да, допустим, вы ее разворачиваете вдоль по горизонтали, да, и вот линуете на 5 таких вот столбцов, да, грубо говоря. Это просто годы вашей жизни. То есть 0, 1, 2, 3, 4, 5. Линуете такими палочками,
Дальше вы, получается, по четырем частям, как бы, не частям, а по четырем областям жизни расписываете примерные ваши достижения или такие точки, да, такие, да, которые вы хотели бы иметь в течение своих будущих 5 лет. Сфера жизни — это учеба, работа. Ну, кому как, да? Кто-то уже работает, тому про работу. У кого учеба, то про учебу. Где вы будете находиться, куда поступаете, заканчиваете, не поступаете. В сфере работа, учеба. Дальше вот прям ниже, да, получается, вы прям по этот... распределяете по горизонтали, да, как бы этот лист. Он только пустой поедет, да, получается, вот у вас 0, 1, 2, 3 — это годы, а вот по длине у вас будет, получается, ваши сферы жизни. Это учеба или работа, семья, это ваши хобби и здоровье. Всего 4 ключевые части вашей жизни, и вы по ним отмечаете ключевые моменты, которые вы бы хотели видеть на 5 лет. Вот. Это план А называется. То есть вы сейчас пишете только один план, который у вас вот приходит в голову. Все, что приходит, прям все пишите. Ничего нельзя критиковать, ничего нельзя убирать. Все, что приходит первое в голову, это все расписывать на 5 лет. Наверняка вот у вас какие-то есть такие примерные там мысли, что бы я хотела иметь, да, и вот так вы примерно вот на 5 лет их раскидываете. Есть пример, ну тут он такой, так скажем, взрослый, в смысле, тут уже это человек, который уже работает, говорит, да, о том, что он создает в нулевой год, то есть текущий год, консалтинговую фирму, да, допустим. Дальше он будет разговаривать на мероприятиях о своем бренде, потом он начинает продвигать работу с женщинами-основателями фирм, обучает ораторскому мастерству женщин и, допустим, делает какой-нибудь лагерь в странах Европы. По сфере обучения он делает, что он поступает в магистратуру по психологии, потом у него агентство партнерства, заканчивает магистратуру, а потом у него докторская степень, да? Ну, здесь только по двум сферам, это работа, учеба. Вы можете добавить сюда про здоровье и про семью, да? Ключевые какие-то моменты в вашей жизни. Пока вот это нарисуем, давай, потом я ниже объясню вот, ресурсы, нравится, не нравится, уверенное соответствие. Вы должны отметить еще добавить сверху номер плана, то есть это план номер 1 пусть у вас будет, или план А, неважно. Вперед, давайте будем это вместе, вот каждый у себя, получается, так вот расписывать свой Одиссей-план, да, на ближайшие 5 лет. Если вопросы есть, пожалуйста, я готова это, как бы, задавайте вопросы, будем вместе проходить, или можем чей-то один план пройти и вместе, как бы, написать. Так будет легче. Можем на каком-то примере, да, на чем-то примере, да? Да, и кто-то хочет, давайте мы ваш план разберем. Кто у нас смелый, да? Кто-нибудь хочет? Это ваш шанс проявить себя. Давайте. Қыздар, егер сілер 5 ал шыл ақыр, келечекте 5 жылдың ішінде қандай пландарыңар болса, бізменен азыр чоғы пландарыңарды бөлішкенге дайыр болса, анда айтқыла, біз сілердің келечегіңерге план түзөз чоғы сілерменен, жардан береміз план түзгенге. Ким қалай? Соның мүмкіншілік, мұндай мүмкіншілік болбайды. Эгестлер Халасар, мы на этом плане дать целом дай. Бахтуло предложение. Бахтуло муж. Холмарду Готерковла, Гим Халасам. Что-то все стесняются, что ли, всех своих планов? А, Айчурек Холготер этот, давай, Айчурек. Включай видео, микрофон и давай, рассказывай свои планы. Қатысыпы, мен әтім Айчырак. Мен маркетолог болым келет. Азыр 11 бит отам. Мен келешектегі пландарым бұл өзіме үшін карьера түзу. Бірінші іштеп карьера түзіп, андан кейін ошол, мен әмеге карьераға барып оқуым келет. Ошол жақта оқып, білім алғым келет. Қайсы жаққа барым келет? Карьера? Карьера. Карьера.
Корею хочет она полететь. А, Корея. Да. Карьера, какая карьера? Корея, ага. А как стилы баранс келет? Беренчим. Был, да, я шумно, беренчим кас погонда. Кем к делу? Ну, бюджетка. А возможно, через 2-3 года. Или через, может, возможно, год. Ну, вот и такой план, который мне... реалистичный, да, более-менее, был отруган нерсенать сама. Какой будет берем к джилу через 2 года, да, более-менее такой рандай. Ну, это смотря на возможность. А вот как вы думаете сами, вот как хотели бы вы? Ну, возможно, через 2 года. Хорошо, да, вот, если деген цифра на астана, можно пишите, поступить на учебу в карьеру, можно. Хорошо. Шуны бир, еки, үчінші курсы, оқын үшінші курсында болмын, деп қасыңар болып, мол жерге, бешінші жылға, хорошо? Это оқу бойынша бүттіңіз, аға чейін 0, анан бірінші жылы сен немне жұмыш қаласыз оқу бойынша? Оқу бойынша? Ұшыл линияға ле, омен, оған кілесіңдер, да? Бұл оқу болып байы, значит, екінші жылы оқу отсаңыз, анда бірінші жылы қаймыне ғанда неме аласыңар, жұмыш қаласыңар. Ну, я буду подрабатывать, карьера маме алам, да, джоачип. Ага. Я буду стажироваться, опыт талып. Стажироваться? А где стажироваться? Ну, в разных компаниях, возможно. Какой компании конкретно? Например, ну, надо вот, до имени. Ну, связано... А? Примерно. Какая сфера, да, может быть? Ну, вот, ошел бизнес сфера. Ага. А бизнес какая сфера? Маркетинг, продажа, строительство, вот, услуги. Продажа. Ага, а продажа чего? На продажу, например, брендовых одежд, косметик. Ага. Значит, пишите, ну, беринчи джилы, где нулевой джилында, кайсы джилында? Вот, беринчи джилында. Беринчи джилында, пишите, стажировка в брендинговой компании, И вы кем там будете? Кем хотел? Стажер? Ну, вот, да, стажером. Стажер. Ага. Вот прям сюда пишите. Стажеров. Ага. Хорошо. Что еще у вас есть такое ключевое? А я еще увлекаюсь творчеством. Я хочу научиться играть на гитаре. И научиться танцевать. А как сидела? Какой год? Это, возможно, уже после сдачи орты. Это ноль джилы, я беринчи. Ага, ноль джилы. Ноль жилы, значит, пишите ноль жилы, научиться играть на гитаре джаза, сэм, отрыга? Да. Прям пишите, да, сразу? Да. Ага, хорошо. Это у вас хобби, да, получается? Да, получается, это хобби. Это хобби ноль жилы, а берин жилы не классно, хобби, да? А хобби, да, берин жилы, ошел... Ну, вот я еще хочу вот, участвовать на разных конкурсах. Каких? Ну, это типа на шоу на выживание. А ты барбы, например? Ну, это в основном в Корее. Там ничего прежде, страшного, пишите. Да, вы же поедете в Корею? Да, вот. Вирса. Ага. Вроде 101. Это еще этот... в Китае есть такая шоу на выживание. Ага, если Корея босса, прям пишите имя, название вот этого шоу. Да, вот если кончилы ценус, значит, чунчи жил бы, да, у вас участвуете в шоу, правильно? Вы же там же должны быть, да? Тогда пишите чунчи жилга, да, буду пишите, что раздел хобби, участвую в конкурсе на выживание, и вот атмосфера, да, конкретно. Чем точнее напишите вы, тем вам лучше. Вы даже прям визуально представить, что вы прям вот в Корее находитесь, прям там вот на этом шоу, ну вот, участвуете, да? Ага, хорошо. А вот по здоровью как у вас? Ну, нормально. В смысле, планы какие? Я понимаю, что у вас нормально. А вот на 5 лет какие у вас планы?
там, допустим, пойти на йогу, фитнес записаться, бегать, прыгать, плавать. Спорт, вот то, что ваше тело укрепляет. На танцах. Ага, записаться на танцы. Какие танцы? Ну, современные. А ты барби? Современные танцы. Ну, хип-хоп, кей-поп. Вот, пишите кей-поп и хип-хоп. Танцы записаться. Это какая сила? Нулевой или беринь силы? Да, нулевой. Прям пишите нулевой сила. Записаться на танцы хип-хоп или кей-поп, да? Джазонгс? Да. Это в раздел здоровья. Хорошо. А беринь силы что будете делать? Ну, вот беринь силы я буду учиться. Нет, у вас там параллельно все это должно быть. Параллельно? Да, у вас четыре сферы жизни. У вас же есть тело, да, здоровье, mm-hmm. есть духовное, это ваше хобби, есть учеба, работа отдельно, и есть отдельная семья. Вот. И вот нужно по каждой части как бы хотя бы одно событие написать. Вы же год можете хоть что-то правильно сделать, такое большое, масштабное, да. правильно же? Да. Вот, давайте вместе напишем. Ну, например, скажите пример. Ну вот, смотрите, получается, вот этот план про, как еще раз говорю, про тело, да? То есть здоровье — это ваше mm-hmm. тело. А, если тело не будет здорово, то ничего другого будет даваться сложно, понимаете, да, это? То есть здоровье mm-hmm. — это ключевой ваш ресурс, у вас есть только тело ваше, у вас больше нет ничего, mm-hmm. понимаете это? Поэтому нужно укреплять его. И вот для этого нужно там какие-то спортивные мероприятия, не такие прям масштабные, типа марафон бегать, а просто небольшие там упражнения делать дома mm-hmm. или что-то такое, что помогает телу. Танцы — это классно. Танцы, это как бы это и музыка, и mm-hmm. движение. Вообще любые движения, короче, да. связанные с вашим телом, что-то это относится к вашему здоровью обычно, да? Или про питание, может быть, про какое-нибудь правильное питание, или, я не знаю, готовить там какую-нибудь более полезную еду. Это тоже касается вашего здоровья, например. Айчурек, мда, мен түшіндіру пайтсам, төрт планыңда, сенде төрт мақсат болуш керек те, жана Назира айткенде, бирөөсү денсаулыгыңа байланыштуу, бирөөсү духовный, ички сезимиң, үчүнчүсү окууңа байланыштуу, төртүнчү үй-бүлөңө байланыштуу. Ошол төртөөнү тең сен азыр эмне төртөөндө азыр кандай планың бар, анан бир жылдан кийин ошол төртөөнү тең өзүнчө-өзүнчө жазып чыгышың керек экен да. Бир жылдан кийин кандай жыйынтык болуш керек жагында кандай пландар коесуң, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Демек ошол төрт направление боюнча төрт эмелерди жазышың керек экен планды. Түшүндүңбү? Прям на каждый, да? Да, ар бирине жазышың керек. Кыздар, силер дагы, э? Можно я подумаю. Да, это может быть немножко сложно поначалу, но вот логика такая, да? То есть түшүндүңөр, да, идея такая, что... Да, я поняла. Ага, супер. Азыр, может, кыйын болот сразу все написать, да? Да. Но идея в том, чтобы бош уақытта отырып, уақыт бөліп, шашпай, и толтырыш керек, да, бұны чу. Бұл деген бірінші план, понимаете, да? Это как бы базовый, да, бірінші вариант. Силер бұны бүткеннен кейін, да, бүгін емес, можете бұл планды шашпай, там, бүгін ертең, да, бүрсі күні шашпай, жасыңар болот, толтырып. Бүткеннен кейін, вы пишете план номер два. Слышим, да, меня? Да, да, слышно. План номер два, то есть когда вы пишете вообще другой вариант. То есть вообще башкачала, то есть то, что у вас план А барбосо, вы план 2 вы не можете включать. Все, что вот план А есть у вас первым, это все окей, сохраняется. Вы берете новую бумажку, новый лист и пишете план Б. Совсем другой. Окей? То все то же самое. Те же вопросы, те же сферы, брок башкача. А какой другой вариант есть у вас? Вы подумайте. Например, айчурок или вообще, да? Да, неважно. То есть вот бывает такое, что в голове там есть один план такой, да, примерный. Да? А план 2 — это вот план Б, да, как бы. Вот если первый план не получится, бывает, что там, ну, не поступило. Ну, вот не получилось. А тогда какой план Б? Вот вам нужно придумать параллельный, такой же клевый, интересный, захватывающий план Б. Милана поднимает руку, может, она хочет поделиться, да? Милана. Сама вспомина, это Милана. Менький мисал план биринчи. Негизги койгон целим был образовательный центр ачу, мисал, узмы.
Анан ошол жетүүнүн несколько пландарын түзгөм да. Биринчиси бул азыр мен англис тил курсуна барам. Ал курсту мен мол жылы октябрда бүтөм да. Аны бүтүп сертификат алгандан кийин ошол эле жерде спец курсту окуйм, педагогический дегенде. Анан кийин аны окуп бүткөндөн кийин 11-чи класс болгондо башка образовательный центрге киргенге аракет кылып көрөм, как преподаватель сыяктуу. Анан ал жактан иштеп, опыт алгандан кийин мен 11-чи класс бүткөндөн кийин финансовый бүтүрүп, банковское дело, чтобы бизнес деген акча менен байланыштуу болгондуктан, чтобы эми ошол сфераны түшүнүү үчүн банковское дело кирип, андан иштегенден кийин параллельно тил жактан өзүм бизнес ачып көргөнгө аракет кылам, кичинекейде баштап, мисалы, биринчи английский курстан баштап, андан кийин чоңойтуп, анан кийин чоң ачканга. Ал биринчи план. А если бул план болбой калса, то экинчи план это 11-ге чейин окуп, мисалы, мен азыр быйыл курс английскийди бүтсөм, 11-ге чейин окугандан кийин, 11 дегенден кийин башка өлкөгө кеткенге аракет кылып көрөм. Мисалы, жана год бир жылга договор түзүшүп, башка мамлекеттер менен ал жака барып иштеп, ал жакта калып, анан кийин болгон атенем менен ошо жака барып калып калганда, мисалы, ошол жакта калып, анан ошол жерде мисалы аракет кылып көрүп, потом андан кийин Кыргызстанга келип уже сразу большой чоң ачкангач. Классно. Четко прям это, Милана прям это структурно, да? А, Б, В, Г, Д, все, готово. Даяр. Да, мне кажется, у нее еще один план есть. На самом деле, вот эта фишка, что если есть другие планы Милана, да, барбосу вариант, допустим, план А был бы голоса, план Б был бы голоса, план С, еще есть план третий. Если барбосу, его тоже можно расписать. Тут нет ограничения. Вот канча гелеваться, ой, уж он барн расписываете, ладно? Чем больше вариантов у вас, тем вам потом легче будет, да, выбрать. Хорошо? Но есть план С, который я очень люблю, который всем очень нравится. То есть есть план А, план Б, да? Потом, если есть другие варианты, если барбоса, мисал, да, ойор, ты тоже заполняешь, ничего страшного. Но еще есть другой вариант. Не такой, как, допустим, болбагаса А, болбагаса Б, а вы пишете другой вариант, план С называете, да, или план Д, как хотите. Вы пишете ЭГРД, у вас будет в кармане там миллион долларов, вообще у вас будет просто денег, туча, непрерывно много денег, прям губахча босу. Что бы вы делали? Вот ахча герег меслерге вообще. Вот что бы вы делали? Банка са. Жок, вам ахча даже не нужно думать, вот ахча деп ойлом, ой деген келбейт да вообще негизи. У вас постоянно какой-то доход, много денег, вот просто толтура, да? Банкта бар, алтыныңар бар, үйүңөр толтура, все есть. Вот что вы делали бы? Вот то же самое, только вот если ахча шумдук көп болсо, вот прям батпай баратса, что бы вы делали? Да, мы... Вот вы просто представьте мысленно, да, вот, или сэсэнгэр ушундай, ойуңар да, че, эгер да ушундай ситуация болсо, мен кандай жумуш кылат элем, кандай хобби болот элем, кандай ден соолукко мамиле кылат элем, да, ошол боюнча, вот, точно те же области расписываете, тоже на 5 лет. Занималась бы благотворительностью, пишет Эчерюк. Хорошо. Все годы непрерывно. Мисалы менен проект ачмакмы? Эме жана путешествие боюнча мисалы толтур адамдар болмок, какой-то бир алар ошолордун арасынан тандалып бирөөсү менен бир өлкөгө, андан кийин экинчиси менен дагы бир өлкөгө ушундай элдерге возможность бермекмин да путешествие эткенге. Ага, это кайсы жылы? 0 жылы, но ушул жылы эле. Ооба, если акча укмуш лишний, прям будет мамлекет жетмек, да? Вот это 0 жылы, а биринчи жылы не ласмар. Прям вот по каждым годам то же самое. Биринчи жылы, экинчи жылы, үчүнчү жылы, төртүнчү жылы. Эгер де ушундай болуп баратса, мен Кыргызстандын өнүккөнүн салам кошмо окумуна айтам. Конечно, эгер де Кудай буйурса, Кудай кааласа, сиз айткандай болсо да, акча батпай ташып баратса. А кандай салам конкретно? Конкретно айтканда, азыркы каражат жагына жетиш, карчылыкка жетиш, кыйналган адамдарга жардам берген. Это кайсы жылы конкретно? Ну, эми Кудай буйурса, мен өзүм кесипим
біздің қиялдаған нәрсеге жетеді. Сіз айтқандай, ақша. Дана, сен біраз мені да жоқ мұғыл план көргізетеді қой, ошол бойынша сен план түсің керек екен, назиреттінде. Ошол сенде бардық ақшаң бар, бардық нәрсең бар, еш нәрсе керегі жоқ. Өз қалағаныңды жаса десем, не қылмақсың ұшы? Азыры, мұл нөлінші жылы, азыр қытапты, ана бірінші жылы, екінші жылы, үшінші, төртінші, бешінші жылы деп, ұшын жасып жылышын керек кенді. Прям конкретно, как аттармен болса, конкретно, қандай жұмыш, қандай еме қылмақсың арты, жасып керек полностью, детально прям. Еме бірінші жылы? Мисал, нөлі жылы мен проект аштым путешествия бойынша. Әлеме бірінші жылы болса, мен жанал көп танылбаған өлкөлер, мисал, Африка мүмкіншілі жоқ өлкөлерге каждый ай сайын ақша жөнтірмақ мұн на питание ұшында оған. Екінші жылы болса, башқа өлкөлердің, мисалы, қолында жоқ, бірақ мүмкіншілі бар балдардың өзінің қиялына жеткенге жардан бермек мен, екінші жылы как жана возможность бермек мен, үшінші жылы болса, пока что нолюнчу, веринчу, екинчу джилға бар, да? Өчінчу төрт тешті, может быть, веринчу джилында, а екинчу джилында. Не, да сразу. Да сразу, үш төрт беш. Бұл дағы шашпа үлін сонар бұд, бірок мұндайдан. Сәй веринчу план А қылбатын ар бі, план А, план Б, мұндай рәлі сечінді деп айтсақ бұд. Екінші план түшініңір де идеяны, то есть болемын реальный план жасыңыр, анан кейін үшінші план це бұл ұшу ақча көп болған план вариант. И төртінші план бар, әді, максимально болған план жасыңыр бұд, 5, 6, 7, 10, сколько у вас фантазия хватает. Анан кейін, біткінен кейін барын, вы делаете бір план на основе всех планов, қарап шығасыңыр варианттарды. И... қарап шығып, ойларды қарап, қайсы идея жақса, на основе всех 10 планов вы бір план түзесіңіз, такой, который вам ең баран жағат, ресурс бойынша сізге ыңғайлы, сіз уверенісіңіз, ошо план менше. Таңдайсыңыз қысқасы, да? Из 10 планов или там 5 планов один план делаете. Хорошо? Это бүгін емес, это вот, ну, в будущем имеется в виду. Анан кейін, вот нужно минимум 3 плана, да? Минимально. А так 4-5-6. Сыр қарайсан, какой план самый интересный, самый напрягающий, наоборот, не напрягающий, қайсы план сізге жағады, жақпайды, сравнивайте. Именно вот план жасқанда, наблюдайте, қайсы план сізге наиболее жағады, қайсы мен события, қайсы дейшілері наиболее возбуждение чығарады, какой-то бір қалу тілек чығарады, наоборот, жақпайды, может быть. И ошының қарап тұрып, ақырында бір план түскінді, такой, наиболее сіргі жақан план түскінді, ошын мұн учитывайте, хорошо? Кейінгі этап план түскінден кейін, это әме деген бар. Сіздер ошол жаңағы бір планмен қармап алып, айына жүріңірді қарап, ошол планға ыңғайлы, ошол планға жақын адамдарды табашыңа керек. Профессионал, да, то есть уже люди, которые ошол план бойынша өтіп, опыты бар, қанша, қандай бір, да? Мысал, үшін екіс вас есть план, да, есть идея открыть свой бизнес, то, мұндай, ұшы бизнес жүріде опытының ішін талып, алмай интервью қылышына керекті. Бұна ты информационный интервью деп бұд. Түсілер, ұшы кешін адам талып, алмай интервью түзесің орды. И қысқача, мұндай, өз өргі замет қаласыңыр. Сұрау бересіңгер, ұшыл жұмыш бойынша, мысал үшін егерді бас идея есте, имей сөйлі центр образовательный, то ұшында кешін тауып, ал мен сұрайсыңыр алатынша, қандай, ну, какі проблемы да есте, как открыть бизнес деп, сұрайсыңыр. И вот для вас это будет информация, да, кейін, чтобы понять, қандай сізге еме керек, ресурс керек, возможно, какие вам нужны навыки, да, для этого всего. И чем больше интервью сделать, тем лучше. Хорошо? Тут нет ограничений, но қандай кешін тапсаңар, возможно, среди ваших родственников, может, среди ваших знакомых, знакомых-знакомых. Но вам нужно найти таких людей. Это могут быть очень взрослые или молодые, неважно. Тут важно, чтобы у них именно был опыт, да, в той сфере, в которой вам хочется попробовать, да? То есть вы находите более опытного, и вы с ним консультируетесь как бы.
И тогда вы делаете более такое реалистичное. Потом вы можете на основе этих интервью ваш план, который вы сделали, пятилетний, уже можете его корректировать, да? Дополнять его, менять года, может быть, да? перемещать. Это все можно менять. Да? План, он не железобетонный, он не литый. Это все можно поменять, переделать, переписать. Хорошо? На основе вашего интервью. Затем вы делаете команду, собираете. Команда — это люди, которые помогают вам. Любой большой проект тому человеку сложно делать. Обычно нужна команда. Поэтому вы формируете на основе вашего пятилетнего плана свою команду. Туда входят ваши близкие родственники, неблизкие родственники, друзья, во дворе друзья, знакомые, знакомые знакомых. Ну, кто вы, кого вы доверяете, вы эту команду собираете и свой план презентуете. Да? Рассказываете, какие у вас планы, какие у вас идеи, и собираете их комментарии. Что они думают, что они предлагают, но ни в коем случае без критики. То есть, когда вы собираете, говорите, эти хана критиковал болбойт, только предложения, да? Только идеи, может быть, новые, да? Какие-то, не знаю, их, какие-то есть у них предложения по вашим, да, планам, получается. Только без критики. Все нужно фиксировать, да, хагазбетне, все записывайте, не просто устно, а прямо на бумаге, да, все ваши, члены вашей команды, вашу презентацию вашего плана, все ваши интервью, это все фиксируйте, чтобы это все у вас сохранялось на будущее, на бумаге, на компьютере, на телефоне, без разницы, да, чтобы это все у вас сохранялось. И как только вы представите ваш план, да, такой, который вам очень сильно нравится, посмотрите на ваши ощущения, да, как он вам, ваш план, какие у вас эмоции вызывает этот план. Может, его нужно переделать, может, не нужно переделать. Хорошо? Это вот такой начало, да, дизайна такого вашей карьеры, жизни на будущие 5 лет. Вот. Я на этом, наверное, остановлюсь. Да, давайте вопросы, ответы. Если есть. Қыздар, сұрауларыңыз бар ба? Біздің бүгінгі спикерге. Как планды қандай түзеш керек екен? Немене үшін? Түсіндіңіз ба? Айчурек пишет. Если честно, мне нравится все спонтанно, потому что когда я планирую, у меня не всегда идет по плану, и это очень расстраивает. Бывает. Пока вы думаете, у меня вот еще были слайды, которые я хотела поделиться. Есть прикольный тест, он бесплатный, можете пройти. Называется «16 индивидуальностей». Вот, вот тут по ссылке. Он на русском, по-моему, есть. И вот там можно пройти, найти свои там, типа, кто вы, да, по жизни, какие-то характеристики. У них есть 16 разных вариантов. И чтобы узнать про себя больше, да, кому вы близки, вы можете пройти и посмотреть. Он прикольный. И там аналитики есть, дипломаты есть, исследователи есть, и такие сентинелс, такие типа управленцы, да? Кто вы, кто и вы, кто. Можете пройти, очень рекомендую пройти. Так, отправьте, пожалуйста, пишут. Все, классно. Себя отправьте. Протест, наверное, спрашивает. Я наконец-то поняла, как правильно планировать. Юнган пишет, да? Классно, девочки. Мне кажется, вообще планирование — это очень хорошая вещь, потому что даже если как бы идет не по плану, как Назира отметила, у вас есть план Б, план С, да? То есть если у вас первый план идет, вы можете перейти к другому плану или как-то воспользоваться другими вариантами, да? Да, идея это как бы в том, что, насколько, то, что в любой момент времени, когда у вас какой-то типа ступор, бывает такое, что делать, так что, у вас всегда есть варианты А, Б, В, Г, Д. Вы всегда можете выбрать из них. Вот это как бы ключевая, да, фишка. Да.
У меня, например, там, я не знаю, у нас этому уже не учат, чтобы планировать там в будущем, да, и когда мы заканчиваем университет, то у меня немножко был такой ступор, да, что дальше, да, там, чем заниматься, да, куда идти. Только у вас. Да, потому что как бы, у меня не было такого планирования, да, где... И поэтому я просто, все начинали поступать на магистратуру, я из-за того, что не знала, где, чем я буду заниматься, я тоже решила поступать на магистратуру, да, хотя особо и не думала, для чего он мне нужен в будущем, да, то есть, вот. В этом плане, мне кажется, очень классно планировать, и там уже со школы, да, как раз девочкам начать планировать, например, там, вот ты поступил на учебу на бакалавр, потом после бакалавра что ты будешь делать дальше, да, там, ты будешь работать, или ты будешь учиться, или ты там заведешь семью и будешь там дома сидеть, да, то есть какой-то план должен быть, да, чтобы не впасть в ступор, мне кажется. Девочки пишут, согласна с Аймхан. Аймхан, что там писала? А, то, что они наконец-то научились планировать, да? Наргиза пишет, мне все понравилось. Оказывается, составлять план жизни чуть более легче, да? Спасибо, было интересно. Да. Да, я хотела, чтобы мы этот не сильно не загружались, потому что у вас так очень много, оказывается, да, прошло за сегодня. Вам нужно как бы все эти две недели лагеря, которые вы прошли, как бы в голове своей уложить, ну, как бы скомпоновать как-то аккуратно. И тем более у вас уже есть классный контакт людей, да, экспертов для ваших будущих интервью, да. Возьмите контакт у нас в Гули, и если в ваших планах есть темы, которые связаны с программированием, вы уже знаете, к кому обращаться, да, допустим. Если связано там с чем-то еще, у вас уже контакты есть людей. Поэтому попробуйте все в ваш план уложить. И воспользоваться максимально этой возможностью, да, этим лагерем, который далеко не у всех есть такой шанс, поэтому этим нужно воспользоваться. Да, у девочек уже 15 спикеров было, да, уже 15 контактов у них есть, как минимум. Спокойно можете 5 лет прям вот в легкую построить, прям вот сходу. Да, и все они с разных сфер, кстати, да, хотя у нас тема огромная же, у нас была Мадина, мы ее приглашали, у нас Гульзирея была, мы тоже ее приглашали, да, то есть... Да, поэтому у вас есть все возможности открыть, и для интервью вам очень, да, как бы, если для других сложно найти людей, у вас уже есть контакты, да, через кого можно найти. Да. Кыздар, бізде дағы 5 минут уақытыңыз бар, егер сұрау орынғар болса, бері алға, Назира Имғай. Егер сұрау болса, одан кейін біз аяқтай берсек болады бүгінгі вебинарда. Если есть, давайте вопросы задавайте. Мне кажется, у всех появились вопросы, потому что вот в ТКИМе у нас тоже, когда вот Денис нам проводил вебинар, он тоже вот этот вопрос задавал, да, там, если бы деньги не имели никакого значения, чем бы вы занимались, да? И это было домашнее задание, которое мы должны были сделать, написать ему. И действительно для меня было тяжело, потому что как бы мы все время все-таки деньги какой-то смысл имеют у нас в жизни, да? И мы... Огромные. Да, и мы там работаем из-за денег, да, или там как бы в какой-то организации мы работаем, потому что мы должны зарабатывать деньги, да. А возможно, если бы у нас были бы деньги, может, мы там не работали бы, да. И вот такие вопросы, да, начинаются уже в голове крутиться. Если бы действительно мне не пришлось бы зарабатывать деньги, чем бы я занималась в жизни, да. И это как бы понять свой, как сказать, найти свое... Истинное я. Да, призвание и начать заниматься именно тем, чем, что тебе нравится, да, то есть найти себя, да, вот, если задавать этот вопрос себе, то ты действительно поможешь себе найти себя, да, в общем, вот. Да, если девочки попробуют вот этот план, план С или там план Д, да, написать, да, чтобы, чем бы они занимались, если бы деньги не имели значения, мне кажется, это очень будет полезно для них. Я тоже его писала, но я на это потратила 2 дня. Я думала 2 дня, чем бы я занималась бы, да, потому что сразу в голову не лезет. Даже если лезет, то как бы ты думаешь... Я для этого ехала на неделю в горы, чтобы просто это понять. Поэтому... Да. Это не так просто. Я вот обещала про этот блог рассказать свой. Вот у меня есть на Medium. Вот medium.com. Это вот я. А, да, я ваш блог... Когда я писала «Дизайн карьеры и жизни», сразу ваш блог вылезает в этом, в поисковике, знаете, да? А, да? Нет, я не знала.
Прикольно. Или на Фейсбуке я как-то попала на ваш сайт, я точно не помню. Или через Фейсбук я нашла, или этот. Вот. Ага. Круто. Я не очень настраивала никакой рекламы, это просто само выходит. Значит. Да. Круто. А вы в детстве спрашивали девочки? Постоянно, не поверите. У меня прям это внутренний планировщик постоянный. Без него никак. Мне кажется, по мне это видно, да, сразу, что я такой прям. Да. За планирование мое все. Мне кажется, да, это... Бывают же люди, у которых все по плану, четко, да, там, по графику. А мы в основном кыргызы привыкли, да, то, что пусть что будет, там. Куда я буйрса? А, да? Вот. Сегодня давайте главное выживем, завтра посмотрим, да. Вот. Но мне кажется, это как бы наша плохая черта, с одной стороны, да. Потому что если бы какой-нибудь, наверное, не знаю, в Германии, наверное, какой-нибудь человек вообще подумал бы, как можно так жить, да? Ничего не планирует. И как-то надеяться. Мне кажется, так можем. То есть если другие просто не могут такое позволить себе. Угу. Нет такой возможности. А мы можем позволить себе это. Да. Это, мне кажется, хорошо, наоборот. Для кого-то. Окей. Девочки, давайте тогда, если у вас нет вопросов, мы все включим видео свои, и мы сфотографируемся с Назирой на память, да? У нас в конце... Group picture, да? Да, групповую фотографию делаем. Хазар, видеоморд ГУСМР, пожалуйста. Да. Назира, у вас демонстрация экрана, да, до сих пор? А, нет? Я закрыла. Закрыли? А, все, окей. Вот такие у нас девочки, красавицы, умницы, которые у нас уже вторую неделю проходят в лагере. Так. Мне кажется, они уже не знают, кем быть, какую профессию выбрать, да, ему еще больше. Может быть, да. Каждый день они такие, о, классно, я хочу стать программистом, на следующий день, о, классно, я хочу стать там химиком, да, на третий день я хочу стать биологом. Но это классное время, как раз у вас есть возможность подумать и выбрать одну из профессий. Ну, хотя бы выбор есть какой-то, да? Выбор — это хорошо. Да, это классно. Айдана, Ичурюк, Наргиз, Сапаргуль. Следа Гуз, Космарве. Если не получится, то just поугла, то мы не будем вас ждать, да? Да, если вы слышите, включите, если нет, то окей, мы без вас тогда сфотографируемся. У меня не получится, а Наргиз, окей, у тебя не получится, так. У кого еще не получается? Айдана... Окей. Айдана, Ачрюк. Ладно, окей, давайте тогда. Те, кто включили, мы сфотографируемся, да? На меня смотри. Улыбаемся и машем, да? Классно. Спасибо, Назира, огромное. Надеюсь, пожалуйста. Да, было полезно, и то, что они сегодня... Кстати, девочки, давайте это будет домашним заданием. Вы то, что Назира рассказала, напишите на бумажках и сфотографируйте, мне отправите, да? Там план первый, план второй, план третий. И можно, не знаю, сколько планов у вас есть, это распишите, потом вышлите. И мы потом, может быть, отправим Назире, чтобы она посмотрела, да? Или там мы сами посмотрим. Окей. Спасибо огромное, Назира, что вы сегодня рассказали про вообще дизайн thinking, да, на английском вообще дизайн, как строить жизнь, как планировать ее. Очень полезно. Надеемся, что в следующем у нас еще будет возможность с вами встретиться и на какую-то другую тему побеседовать. Да, конечно.
Все, удачи вам. Пока всем. Увидимся завтра, девочки.